Всем привет! И в этом видео хотел бы рассказать, как правильно подобрать гирю для своих тренировок. Гиря состоит из тела, корпуса шарообразного и рукояти, которая позволяет удерживать нам гирю и выполнять различные движения, упражнения. Также можно менять хват, который будет позволять смещать центр тяжести. У меня здесь 2 32-ки. Также они бывают 8 килограмм, 16, 24 и 32. Это стандартные гири без изменения веса. Также есть модифицированные гири, которые позволяют изменять вес шагом 2 килограмма на увеличение. Также есть изменения рукояти. Вообще тренировка с гирями повышает весь функционал организма. Также большая вариация упражнений, движений. Гири надо подбирать, исходя из, что вы хотите изучать. То есть это классические упражнения, например, гиревые, это рывок, толчок или толчок по длинному циклу. Либо это какие-то приседания, становые тяги. Если же первое, то для наработки техники и для правильного выполнения необходимо выбирать гири полегче, чтобы нарабатывалась правильная техника. Если же вы хотите заниматься, выполняя приседания, либо работая на силу, то необходимо выбирать гири с более увеличенным весом. Также гири надо подбирать, исходя из тренированности того человека, для которого подбираются эти гири. Если человек не занимался и не знает техники гиревой, либо только начинает заниматься, ему необходимо подбирать гири с более меньшим весом. И, соответственно, если человек уже занимался какими-то видами спорта смежными, то гири можно подбирать большего веса. С гирями можно прорабатывать все тело, начиная от приседаний, пресса, икр, проработки трапеций. То есть гири – универсальный такой снаряд, который позволяет выполнять очень-очень большой спектр упражнений. Также ее удобно перевозить, транспортировать, если есть машина, не занимает много места. Наверное, все, что хотелось сказать. Поэтому в следующем видео я вам покажу, какие упражнения можно выполнять с гирями. Подписывайтесь на канал. Всем пока!